Дорогие друзья, Владимир Вишневский тоже пришел поздравить радио «Эхо Москвы» с днем рождения. Здравствуйте. Здравствуйте, принародно, здравствуйте. Как настроение? Ну, могло быть хуже, уже хорошо. Кого-то встретили своих знакомых? Ну, слава богу, это такое место, где не просто знакомых, а собратьев, друзей встречаешь. Это уникальное сообщество, где можно встретить, ну, скажем так, столкнуться с высокой плотностью достойных людей, что вы и сами понимаете, конечно. Можно, я не буду перечислять. Конечно, да. А насколько часто вы бываете на мероприятиях подобного рода? Ну, должен сказать, чтобы нам не приписывали, в последнее время все реже, потому что, в общем, позволяешь себе некоторую избирательность. Но при этом я считаю, что те, кто огульно осуждает тех, кто где-то кто-то часто появляется, тоже не прав. Это тоже такой вариант, разновидность снобизма. Дело в том, что люди публичные, у которых работа связана с общественно-публичной художественной жизнью, часто на, что называется, на кончике стола, в таких вот, избегая слова, тусовках, на таких раутах, решают свои творческие производственные вопросы. Это нормально. Для нас это вполне, скажем так, рабочая обстановка. Поделитесь, пожалуйста, с нами, что у вас нового в творчестве? Знаете, вот я сейчас несу надписанную книжку, так, которую можно просто показать. Вот-вот. А нас не снимают, да? Конечно, конечно. Вот эта книжка, просто она уже надписана. Это малое избранное плюс новое. Это такой цитатник. Видите, вот, чтобы ее сделать, нужно вышивать каждую страницу. Это книга для цитирования, для использования в своих целях разнополыми, как я называю, применяя советское слово. Ну, там избранное, новое, то, что, в общем, принесло мне, говорю, не без самой иронии, репутацию цитируемого поэта, а некоторые говорят, что и сам его цитирую, но это я говорю, не теряя самой иронии. Вот поэтому здесь все новое, книжка новая, в двух фильмах я снялся, делаю там программу свою, поэтому, не подавая никому примера, в том числе и дурного, хочу сказать, что важно подавать сегодня признаки жизни, но своей и так называемой, но творческой. А что пожелаете радио «Эхо Москвы»? Радио «Эхо Москвы» я пожелаю быть всегда, быть эхом, эхом Москвы, не только Москвы и страны. И также, соблюдая свой принцип разности и плюрализма мнений, это именно то, что выдерживает «Эхо Москвы». Потому что вот мне там не все, мягко говоря, близки, кто выступает на «Эхо Москвы», так же, как и я им. Но то, что есть такая уникальная территория, поляна для высказывания самых разных мнений вслух, гласно и открыто, это очень ценно. «Эхо Москвы» уникальный отдушина. Поэтому все понимают, даже те, кто его может не любить, и, так сказать, из начальства, что «Эхо Москвы» должно быть, и оно абсолютно необходимо России, не впадая в пафос, занимает свою нишу. И пусть оно будет всегда, о чем я говорю здесь каждый год, когда, в общем, подворачивается подобная возможность. То, что меня заметило само телевидение «Шанс», говорит о моем жизненном успехе, значит, меня ждет что-то хорошее, меня ждут свои шансы, чего я вам желаю. И учтите, риск – это шансовый инструмент. Владимир, благодарю вас за интервью, очень приятно с вами было пообщаться. И студия «ТВ Шанс» желает вам также здоровья, успехов и процветания. Спасибо. А я хочу пожелать лично вам, вас как величать? Вера Аметистова. Вера Аметистова. Значит, под фамилией Аметистова по имени Вера я буду отслеживать ваш дальнейший карьерный рост. И может когда-то мы будем наперебой вспоминать, что когда-то Вера брала у нас первое интервью, а сегодня она вряд ли нас помнит. Но вы нас не забудете. Благодарю вас. Спасибо. Удачи. Большое. Спасибо. Удачи.